Добрый день, друзья! Находимся на канале Boston Technic. С вами Роман Чередниченко. Сегодня к вашему вниманию представляю очиститель ОВС-25, очиститель ворога семян самопередвижной ОВС-25 2021 года выпуска. Данный ОВС находится в идеальнейшем техническом состоянии с минимальной наработкой матрицов. Отработал, всего лишь очистил меньше 100 тонн. Так что давайте перейдем к конструкции. Сами видите, все в идеале, все в заводском окрасе. Напомню, что компания Boston Technic — это возможность приобрести сельхозтехнику за наличные средства по перечислению, а также в кредит. Посмотрим сами решеты очистителя. Все в идеальнейшем состоянии. Пульт управления. Решета, колеса, цепи, шестерни. Все обслужено, все смазано. Находится на хранении в сухом ангаре. Подборщик, лапки, цепи. Видим, что резиновые накладки на лапах вообще без какой-либо выработки. Сам элеватор подачи. Смотрим. Ремни, электродвигатель, все валики, все цепи, все обслужено, все смазано, все еще в родном окрасе. Так что, ну, скажу, состояние данного очистителя ОВС-25 идеальнейшее, практически новое. Смотрим, что даже по окрасу никакого износа по нему не видно. Состояние новой техники. Кого заинтересовал данный очиститель, звоните, пишите, дадим более подробную информацию, также поможем с приобретением. Всем удачи и добра.